Центробанк выложил в сеть для публичного обсуждения законопроект о порядке исключения ломбардов из Росреестра. Новый закон полностью описывает процедуру подачи заявления, а также устанавливает форму и порядок его заполнения. Предусмотрен и электронный формат подачи заявления. Для этого компания должна зарегистрироваться в личном кабинете на портале ЦБ РФ. Замечания и предложения по новому документу рассмотрят в течение ближайших двух недель. Почту для отправки предложений ищите в ленте.